Сегодня у нас последний четверг. Индейка. Thanksgiving. То есть индейка. Марина, вам нужно, наверное, кусочек. Марина приготовила много такой специальной еды. Вот. Emily will say what she's thankful for. Это мы можем не переводить, это мы понимаем. I am thankful for my family and my friends and for Я благодарна за семью, за друзья, и за друзей, за друзей. И за то, что она ей дали возможность сдать экзамен, чтобы попасть на команду олимпиаду. По научной олимпиаде. 23 Я только ее пригласила. You have basically a 1 in 2 chance. That's good. Think about it that way. That's good. That's a good chance. Oh, that would be next Thanksgiving. Okay, Eugene, do you want to say anything? I want to say something. Я по-русски скажу. Давай, сынок. Не торопись. Я благодарен. Молодец. Больше всего за то, что дедушку мы вас смогли привести, за то, что он с нами. Ему лучше. Да, ему лучше. Вы очень хорошо выглядите. Спасибо. Да. Ну, ничего. Даже лучше, чем до того, как его положили. Он похудел, но это хорошо. Да, но у него это то, что в нем была полнота, она была водяная. Да, она была не от хорошей жизни. Еще, Женек, ты что-нибудь скажешь? Да, вы уж тогда можете. Да. Yes. Yes, thank you, Emily. Okay. Она тоже добавила, что она очень довольна. No, it was always in class. А это было подразумевалось, включено, когда она про семью. Про семью. Это так она молодец, она очень хорошо сказала. Молодец, милочка. Окей. Слушай, я еще не кончил. О! Что? Я не кончил. Ну правильно, он еще не кончил. За то, что мы... что за ужин, который мама нам приготовила, за то, что мы прожили более-менее рецессию, за то, что более-менее, пока еще, мы пока еще, все к лучшему. Да. За то, что семья, за остальную семью тоже. Женя, если ты что-то забыл, у тебя еще будет. У тебя машина новая. За то, что у меня машина новая. За то, что у меня... За то, что я учусь. Наконец-то, как мне надо. В колледже уже берешь лекции. За то, что я уже все кончил. Да, подавать заявление университеты закончились. И вот и все. Достаточно много. Хорошо. Окей, теперь давайте покушаем, а потом мы послушаем других. Ну, все такое вкусное. Я хочу сказать, что я просто переполнена благодарностью. Серьезно, потому что в трудные минуты, наверное, особенно чувствуешь, когда поддержка
когда чувствуешь людскую поддержку, поддержку родных, поддержку просто чужих людей, это очень трогает. Прежде всего, конечно, я почувствовала благодарность Америке. В самом деле, вот, потому что вот так все-таки устроено здесь, что старики, что им просто продлевают жизнь. Значит, благодарить надо за продление жизни. Вот. И в этом смысле, конечно, Америка заслуживает самой большой благодарности. Это ну, правильно. А потом... Что? Это очень правильно, я согласен. Ну, вот. А потом, конечно, мы чувствовали все время поддержку единственных наших, вот, нашей семьи, такой маленькой, такой небольшой семьи. Мы чувствовали все время, мы знали, что на Эдик накладывается очень большая нагрузка, потому что это ежедневные поездки, походы, разговоры. В общем, и Эдик это сам почувствовал этот груз, и я считаю, что просто он был в стрессовом состоянии, поэтому и машины потерпели. Вот. Ну, машины мы починили. Да, ну слава Богу, все. Мы благодарны Богу за то, что... И потом меня очень трогало, да, ну вот Брайан очень тепло. Я считаю, что он проявил, ну, сверх теплоту даже, потому что, ну, все-таки, в конце концов, мы такие далекие родственники. И Нора приходила несколько раз, и он, вот, ну, я им сегодня звонила. Поздравила их тоже по телефону. Ну что, моя благодарность, я же ничем не могу. Вот, словесная благодарность. Потом очень помогали вот мне мои помощники, вот, которые благодаря американскому этому паспорту. Потому что, ну, в самом деле, это чужие люди, у них свои интересы, у каждого хочется и побыстрее, и тем не менее, они как-то очень, даже еще вот, даже вот такой пример, когда ремонт был, да, вот Сима поехала домой, ну, купила там, ну, за наши, безусловно, деньги, но поехала, купила специально, поехала домой, сварила, принесла нам в баночках покушать. И мы в столовой, как наверное, всем, кто помогал, кто сочувствовал, кто, кто каким-то образом, вот, ну, какими-то, может быть, путями такими невидимыми, ну, подсказывал что-то. Всем, кто помогал, вот, нам в трудную минуту. Вот. А, конечно, больше всех это вам, вам всем. Большое спасибо. И Богу. Ну, в основном Богу. Если он есть. Бог нам дал такую семью. Я думаю, что Бог нам дал семью такую хорошую. А остальное уже от семьи зависело. Скажи, если хочешь. Сейчас? Да. Если хочешь. К празднованию этого замечательного дня мы шли очень долго и давно. Правда, я тогда еще не думал об Америке, но я стремился создать хорошую семью, хороших детей, хорошую жену. А как это узнать? Как это сделать? В детях мы вкладывали все, что у нас было. В детей. А? В детей. Да. Ну, он говорит, что в детей мы вкладывали все, что имели. Ну, все. Все, что могли. Ничего не жалели. Не сьют. Но время было тяжелое. Это другое дело. Мы не могли дать ни сил, ни одежды, ничего. И слава Богу, наши труды не напрасно прошли. Дети стали людьми, настоящими, учеными, благородными, с душой. И они создали свои семьи, тоже настоящие, благородные и
отзывчивые, и в нужную минуту все поддерживали меня. Нас. А? И нас. И особенно большое спасибо Эдику и Марине. Эдик вложил не только время и свое умение общаться с людьми, но он руководил врачами, он выбирал их, он выбирал и прислушивался. Конечно, тут и брань помогал ему, но он чувствовал, что я вот был уверен, что Эдик ведет все правильно. И благодаря этому и он и обстановку установил, и в этом Минорный парк хорошую, тоже благодаря ему. Да, он, конечно, способствовал, конечно. Он приходил каждый день и интересовался, и беседовал с сестрами, со всеми. И благодаря этому я, слава Богу, встал на ноги и сегодня очутился на этом дне благодарения. Спасибо Марине, Эдику, внукам, Женьке, Милочке. И еще... И, а бабушка, так это... Отдельно, спасибо. Бабушка вообще... Если бы не бабушка, я не вышел бы вообще. Да, бабушка, конечно, очень сильно. Бабушка больная сама. Еле-еле. Еле-еле и каждый день приезжала. Да, и мы за бабушку боялись тоже, да. Честно говоря. И до сих пор боимся, чтобы она не... ходила. Она там тоже руководила штабом работы. Она руководила поварами там. И сама, она не доверяет, она сама делает. Котлеты она сама делает или галки. Они только перекрутят. Ну, большое спасибо всем. В общем, день благодарения для нас сегодня особенно личный. Да. Значимый, особенно значимый. Что вы в нужную минуту оказались все на месте. Большое спасибо, ну и само собой известно. И Женя приезжала. Да, Женя, Милочка даже приезжала. Милочка, все. Да. Я не хотел, чтобы Милочка туда ездила. Ничего страшного, туда дети приходят. Там много игрушек, там много всех игрушек. И надо благодарить Америку. Да. Если бы не Америка, я бы в Минске... Раз-два сорвался бы. Ну, это, может, 15 лет тому назад еще могло случиться. Да. Что, Америка тебя продлила на 15 лет жизни. Это как минимум. Почему на 15? Нет, ну вот за эти 15, что мы прожили, но дальше неизвестно. Даже не боимся 15. Приплюсуем. Нет, ну, не важно. Да. Америка делает все, что она может. Сегодня настоящие праздники, и надо благодарить всем. Бога. И есть за что. И Бог. Да. Ну, давайте, Женя, хочешь сказать слово? Поешьте сначала. Не надо голодным ехать, да. Говорить. Спасибо. You're gonna eat a lot of stuffing. I eat a lot of stuffing on Sunday. Празднуем. Празднуем. 90-е день рождения бабушки. 90-е день рождения бабушки. Молодец. My meeting is not happy. Да, чего ты все повторяешься? Для камеры. Все понятно, что она камера. Я благодарю. Благодарна за все, что она сделала. Я желаю ее
приятная и здоровая кошка. Милочка, спасибо. Спасибо, родная. Пожалуйста. Oh, I also wish Eugene will not criticize my drawings in the future. For the record. А написано, что Duke University, ты понимаешь? Вот я с университетским американским образованием на кухне. Давай дальше, Милочка. Ой, Женя, спасибо. Спасибо, родничка. Дальше давай. От Милочки. Да. Это от Милочки? Окей, давай. Ну что? Давай, ну вот. Она мне хочет что-то. Эта книжка специально сделана для мамы. The Age. Эмили Рубинович. Ой, а такая симпатичная. Милочка, почитай подпись, которая... Сейчас, а я бабушка. Эмили. Да, это понятно. Все понятно. И делала сама. Ай, да. Вот это на протяжении, я пропустила что-то, на протяжении от начала и до конца. Ну, начала тут нет, самого рождения, но уже в таком состоянии. Да. Почитай, что там написано. Из двух, из dedicated, to my... Но это не так напечатано. Так, to my loving and below. Это стерлась, да? Grandma, Эся, who fed me and, который кормил меня, да? And took care of me or I am like. Переведите. А кто печатает? Печатали... Профессиональные печатники, но проблема с качеством. Оказалось, что не так хорошо они печатают. Как... Нет, ну да, тут надо подписать. Подрисовать. Подрисовать буквы. Недостающие, да. Молодец. Да. Хорошо. А, и даже с ложечкой, да? Say Shana Tova. Oh yeah. Shana Tova Umetuka. Okay. Good. What? Amen. Shana Tova. What year? 5781. Happy birthday, world. Yeah. Oliver. Okay, Edzik. Enough. What month are we in? That's starting. She's fine. I'm fine? Yeah. Okay, fine. Can I discard this? Yeah. Okay. Oh, okay. So you can try it, but you can either try to attack. My strategy so far. Alright. Okay, Katie. Where's the cross? What do they get? Can we finish tomorrow or something? You and Emily are gonna keep playing? Seven. Games, right? It's better with less with fewer because it's like sweep, sir. And what do I do? Sweep, sir. And what do I sweep? Chimneys, you turkeys. We sweep chimneys. Oh, that was yours. Oh, I understand. Okay, and then you prove it. So I'm celebrating Nick's birthday. No, what's your
Okay. I can give you more cheese. We have lots of cheese. You know I like cheese. I'm so pleased. And then Alex is also asking me a lot of questions. I'm so ready. So we have okay. Go for it. No. Why not? I don't know if you have. We have vinaigrette. Nice. We have the pierogi. We have with mushrooms and cabbage. Oh, yes, it looks like that. Wow, that looks very nice. Cranberry eggs yeah, with mushrooms. We have eggs with mushrooms. And that's it. That's good stuff. Cranberries and salami and oil yes. And mint. And berries. Clementines. And our mandarins. That sound up. Okay. Hi. That big bomb. What? It's the yellow green stuff. Why are you laughing, you idiot? How do I send those bushes? Что ты сделала сегодня, милочка, для этого стола? Молодец. А что ты сделала? Я накрыл на стол. And I put the wine in the fridge and took it out of the... Nice. Okay, happy Thanksgiving, everyone. Yeah. What's that example? That beautiful stable? Your video. Oh, video will be enjoyable in 30 years. The memories that we keep in our heads. Yes. Exactly. I have a photographic memory. I'll remember this day. Happy Thanksgiving, guys. Happy Thanksgiving. This is the feast of the circumcision. 2020. One. Oliver. She socialized with them outside of class, like not for class. Like there's five, like it's me, Gabby, Nisha, and then these two, with this guy that Nisha was like has a thing with, kind of. So, let me toast to, I'll toast to Dad first because his birthday is coming up, so he's the man of the week. And he's the oldest, he's the senior. Yes. So, great dad, without you, I would not be here. And he's half of the union. Exactly. Half of the union. Half of the Soyuz. And very intelligent, brilliant. And mom's brilliant husband. Yes. But, just saying. Yes. it is what it is. You can't argue with that. You can't argue with that. No. Very smart. Very teaches me the ways of the world, which I appreciate. I can come to you for advice about anything. And yeah, great dad. Great husband, I assume. I don't know. Brilliant. Brilliant husband. Okay, when are we going to drink? Nah. Oh, so, okay, so one toast. Cheers. We're not doing all one three. One toast at a time. No, you have to toast, drink, okay. Clink, drink. I clink while you were not holding it. Goes out to mom. Second but better half. Yeah, of the Soyuz. What did you say? Extremely intelligent and beautiful. It's very true. Those are two adjectives that I would use to describe mom. And I really am thankful for this quarantine too because I feel like I got closer to mom. And we're all like BFFs. Agree. Nice. So she's my BFF. And I'm really thankful for her. Very good mother. I assume a good wife. I mean, definitely a good wife. Look at this beautiful meal that she created for us. Mm-hmm. I participated. Everybody did. We're all amazing. That's we're that's part of the. We're part of the union. Exactly. All of us. Exactly. The union is all
all four of us. Yes. Yes. Unfortunately, one of us is not here right now. Cannot be here. But he will be soon. He seceded from the union. Yeah, great mom, great wife, okay. Great person. Cheers. Extremely intelligent and beautiful. Thank you. And brilliant. Oi. Very nice. And then ты будешь тост за себя? This toast number 3, as mom put it, is a toast to the fruits of your union. So me and Eugene. Beautiful fruits. And Eugene and I are very lucky that we got you guys as parents, but you guys are also very lucky that you ended up with me and Eugene, because not to toot my own horn, but we are blessed. I think Eugene and I are very good children. Yes. Absolutely. I am very accomplished, both of us, especially Eugene. He's graduating this year with his PhD, moving to Indiana. He's got a lot of bright things in his future, so do you. I do too, but I don't want to talk about myself that much. It's in poor taste. But I do have a lot going on. Yeah. Like Microsoft, I'm working there, and yeah, there's a lot of good stuff going on in your life too. Like what? A lot of bright things in front of you too. Yeah. Yeah. So we're blessed with this kind of kids. You know? Eugene and I are lucky, and you guys are lucky as well. Yes. And together we are one little happy family. Because we're not a big family. We're not. But we're gonna little grow. Happy. We're gonna grow. Hopefully. Okay. Goodbye. Emily, what's good about Uncle Vinny? Did you not go to see it when they did it at Duke? Because Mike Myers played the doctor, and Nick Frey. I think I missed it. Things all kind of bled together. It's like the other. Этот весь стол для Рабиновича. Да, действительно, как бы если напишешь для Рабиновича, то кто будет знать 10? Сегодня мы празднуем Passover. Смотри, какой нашла я. И Женек will be the master of ceremony today. Officiating. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehegiyanu V'kimanu V'hegiyanu L'Zman Hazeh. That's like every time you do the first time something of the year, first time you celebrate something, first time you say that blessing. Okay. Now reclining on the left side, you can drink the first side. Like that. Несчастный. Ну, ты несчастный. Потому что ты за мной не ухаживаешь. А вот что. Окей, что-то очень быстро, Женя. Мог бы поискать подругу. Make a more of a show of it? Yeah. You're the one that was rushing me more, so... Okay. I thought you... Okay, we all get a piece of the afikoman. Oh. Не задавали глупых вопросов. Едик аккуратно. Oh yeah, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Borei Pri Hagafen. Okay. And now we wait for Elijah. Что мы празднуем сегодня? Вот мы здесь сидим, празднуем мамин день рождения. Давайте ее поздравим с днем рождения. И давайте пожелать ей
еще один спокойный и тихий год. А, красиво. А потом скажешь взрослый тост, окей? Окей. Believed in me, she means a lot to me, and you also support me and take care of me when I'm here, when I'm not here, and pretty much the best mom a man could hope for. And yeah, wish you another. Спасибо. Спокойный и тихий год. Yeah, спасибо. Nice. Не такой, как... Yeah. Next year in Jerusalem.